Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, биткоин пробьется сегодня. В течение нескольких следующих часов мы увидим монументальное движение на биткоине. И вы можете спросить: Крис, мы вчера прорвались вниз, биткоин упал на 30-35% за день. Что если я скажу вам, что следующее большое движение прямо за углом? Будет оно наверх или вниз? Об этом мы поговорим сегодня. Расскажу вам точно, на какие цели на цены я смотрю сейчас для биткоина, что я буду делать с торговой стороны и много чего еще. Досмотрите это видео до самого конца. Как вы помните, вчера я говорил, рассказывал про этот сценарий, который я даже не называл самым вероятным. Но все же 4 недели назад говорил про этот сценарий, когда биткоин может дойти до 30 тысяч долларов. Говорил об этом 4 недели назад, про этот хоррор-сценарий биткоина. И люди действительно смотрели это видео и проверяли все сами. И даже пишут, что все и случилось. Если посмотреть назад, Крис был прав. Я помню на самом деле, что 4 недели назад люди были скептически настроены, смеялись надо мной и так далее, потому что это была очень непопулярная вещь. Было супер непопулярно говорить о том, что это возможный сценарий. И сейчас я также покажу вам непопулярное мнение. Так что досмотрите это видео до самого конца. Я знаю, что мне нужно подстричься, но ладно, давайте поговорим лучше о биткоине. И да, я сейчас в Монако, покажу вам, что тут происходит в конце видео. Так что досмотрите его до конца. Но сейчас давайте все-таки вернемся к делу. Это у нас часовые свечи на биткоине. Как видите, мы вчера очень сильно упали. И даже несмотря на то, что мой самый худший сценарий был 30 тысяч, скорость, с которой мы опустились до этих 30 тысяч, она взорвала все мои ожидания. Однако, ребята, вчера я говорил вам, что я лично думаю, что мы создали настолько много объема из-за того, что огромное количество людей и миллиарды долларов, к сожалению, были уничтожены на этом пути вниз. Вы знаете, что даже я потерял 2 своих трейда. У нас было 12 успешных трейдов наверх. Но сейчас... Что ж, это жизнь трейдера, и нам нужно просто двигаться вперед. В общем и целом, мы все равно в прибыли. И сейчас самое время смотреть на следующее движение для биткоина. Как видите на часовом графике, биткоин упал, и сейчас формирует на часовом графике восходящий треугольник. И биткоин здесь собирается пробить, если уже не пробивается. И я уже, кстати, рассказал об этом в Твиттере. Тоже подписывайтесь на него, ребята, это очень важно. Твиттер MM Crypto. И вопрос такой, пробьемся мы вниз или пробьемся наверх? Расскажу вам, о чем я сейчас думаю по поводу биткоина. И если здесь растянуть, и да, я говорю немного быстрее, для того, чтобы я охуел, когда переводил это. Чтобы вы были побыстрее в курсе всего. Биткоин будет, в случае, если мы пробьемся наверх и подтвердим прорыв наверх, целевая цена будет примерно на 48 тысячах долларов. В менее вероятном сценарии, когда мы пробиваемся вниз, мы уйдем на ретест предыдущего минимума. И даже так сформируем W. Неважно, что случится, я думаю, что после этих событий мы увидим бычий сценарий, раскрывающийся на биткоине. И этот большой фитиль с ликвидацией – это именно то, что нам и нужно было. Даже скорее то, что нужно было институционалам, чтобы у них была возможность купить больше биткоина. Я говорил пару недель назад, что все OTC рынки сейчас высосаны, и для институционалов недостаточно биткоина. И знаете, что произошло вчера? OTC рынки находились на пике. Спрос институционалов наконец-то был заполнен. Именно поэтому я здесь ставлю на разворот через V. Я, конечно же, могу ошибаться. Конечно, мы все еще можем опуститься до предыдущего минимума, но пока что я прогнозирую так. Также, ребята, хотел бы по-быстрому сказать вам, если также хотите торговать. Кстати, да, спасибо за комментарии на этом старом видео. Я честно сам не верил, что это произойдет. Просто с ума сойти, как мы дошли до этого. Итак, загляните на эту информацию. Заскриньте это, чтобы запомнить. Тут написано, как вы можете забрать свой бонус. 2610 долларов. Если спуститесь вниз, до описания, вы сможете забрать 5810 долларов бесплатно. Только на Bybit можно забрать 2600 долларов. И да, ребята, это 5810 долларов бонусом. Совершенно бесплатно. 40x левереджем. Мы говорим про трейд. Почти что 250 тысяч долларов. И все это совершенно бесплатно. Но забирайте его, если вы только опытный трейдер. Спускайтесь до описания, а также ставьте лайки и, что более важно, делитесь этим видео, чтобы алгоритм YouTube понял, что эти видео нереально важные. И да, спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Давайте покажу вам, что у нас тут.
тут есть. Громковато, конечно. Тут вот у нас спортзал. Мы здесь только на 5 дней. А вон там вот гоночная трасса. Формула-1. А вот там вот экран. Потому что на самом деле ничего не видно. Только проезжает быстро и все. Так что все просто смотрят на экран. Спасибо за просмотр. Мы увидимся совсем скоро. В новом видео на MMCrypto. И как обычно, ребята. Пока-пока.